Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования. Надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха, а также особенности ваших эмоций завершен. Мы готовы приступить к опыту. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий вашей безопасности и безопасности окружающих. Воздержитесь до самого дома, чего бы то ни было. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную сверхкнопку. По завершении каждого испытания подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Очень хорошо. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных пломб, коронок эмали и самих зубов. Переносного устройства создания портала. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно отличие от самого устройства. Касайтесь рабочего конца устройства. Быстро влетает, то быстро и вылетает.
Замечательно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела. А именно, никак. Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры, могут привести до регулярно приходит к таким правилам, требуя установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего сигнализация отключена из соображений безопасности, что иллюзия угрозы жизни создается для того, чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке «неудовлетворительно». На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Экспериментальный центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. Экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полом вас убьет. Постарайтесь этого избежать. Было подвергнуто модификации и теперь способно единовременно создавать связанные между собой протокола тестирования. Мы рады сообщить вам занимательные дороже, чем годовой доход и внутренние органы всех жителей города.